В отделе работают 5 человек. Обычно двое тащат, пашут, а трое карандаши переставляют со стола. Мы же видим. Встреча президента с элитой чиновников напоминает классный час, где учитель дает четкие наставления не ущемлять никого за знание государственного языка, бороться с коррупцией и, наконец, быть верными слугами народа. В какой-то момент длинный монолог лидера нации получает неожиданный поворот. Я уверен, что в этом зале находятся будущие руководители не только министерств, ведомств, но и руководители государства в будущем. Но это зависит от вас и определит это время. Такой ход бессменного вот уже третий десяток лет Назарбаева скорее еще один педагогический прием. Впрочем, он очень напоминает детскую дразнилку. Но к концу урока, как говорится, на десерт глава исполнительной власти все-таки приготовил своим верным младшим коллегам приятный сюрприз. Хорошая оплата работников государственных служащих, прежде всего корпуса, это инъекция от коррупции, да? Доходы должны быть достаточны для жизни, для содержания семьи. Поэтому с 1 января следующего года заработная плата ваша будет повышена на 50%.